Молодежный парламент при Совете депутатов Ленинского района подготовил культурно-массовый праздник по случаю пятилетия воссоединения Крыма с Россией. Мероприятие состоялось на площадке около стадиона «Металлург». Праздник открыл глава городского поселения «Видное» Моисей Шамаилов. Он вручил детям ветерана войны Владимира Федоровича Дегтярева памятный знак от правительства Крыма. К сожалению, сам Владимир Федорович не дожил до сегодняшнего дня, но в годы войны был крымским партизаном. Кроме того, на доме, где он жил, в преддверии праздника была установлена памятная табличка. Я вообще лично с ним знакома. То есть мы познакомились, когда я пришла в Совет ветеранов. Как раз хотела развивать проект в городе Видном. Мы с ним познакомились, и для меня это не просто участник Великой Отечественной войны, мы с ним просто успели подружиться. Стоит отметить, что наш Ленинский район связывают с Крымом дружеские отношения, в рамках которых проходит обмен опытом и культурным наследием. Прямо в первые годы вот этих событий администрация Ленинского района, Ленинский район Крыма подписали соглашение о сотрудничестве, о дружбе и так далее, так далее. Поэтому вот два района таким образом сотрудничают. Мероприятие было подготовлено активной молодежью Ленинского района и ориентировано прежде всего на подрастающее поколение. Молодежный парламент, он на сегодняшний день нацелен воспитать в подрастающей молодежи, да, чувство патриотизма, чувство гражданско-патриотической ответственности. Всех собравшихся ждали выставка ретро-автомобилей и машин участниц гонок на выживание. Можно было понаблюдать за мастер-классом по разборке, сборке автоматов, а Видновское станичное казачье общество традиционно показало свою экспозицию. На сегодняшнем мероприятии мы представляем традиционное казачье оружие, холодное, огнестрельное, которое использовалось в Первую мировую войну, во Вторую мировую войну, ну и по надобности могло использоваться в Крыму. Самый большой интерес у зрителей вызвали соревнования по картингу, в которых мог принять участие любой желающий. Трасса была несложная, но трудности в прохождении дистанции добавляли погодные условия. На некоторых участках асфальт был покрыт льдом. Я живу вот тут вот неподалеку, и мне очень понравилось, как тут катаются. Я решила тоже попробовать себя, и у меня начало получаться. Идея объединить элементы культуры и спорта в одном мероприятии посетителям понравилась. Везде, где техника, везде праздник. Мы за то, чтобы молодежь росла воспитанная, технически грамотная, спортивная, чтобы они свой досуг посвящали развитию, спорту. Завершился праздник концертом с участием местных коллективов. Дмитрий Книга, Владимир Бежонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.